Қостанай облысында қауіп әлі де сейілген жоқ. Өрт сөндірушілер күні-түні тілсіз жаумен арпалысып жатыр. Өңірдегі ахуалды оқиғаның басы-қасында жүрген әріптесім Талғатбек Әбдіқожадан білсек. Ол қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Талғатбек, сөз өзіңізде. Рахмет, қуаныш. Я дәл қазір біз Әулекөл ауданының маңында орналасқан төтенше жағдай министрлігінің жедел штабының жанында тұрмыз. Бүгін күн бұлтты, түнде аздаған жаңбыр жауды. Бұл да болса жаңа өрттің сөнуіне әсер еткен. Қазір ғана төтенше жағдайлар министрлігі көкке көтеріліп, жағдайды толық бақылап шықты. Олардың айтуынша дәл қазір лапылдап жанып жатқан от жоқ, тек қана бықсыған жерлер бар. Соларды соңына шейін күліне шоғы қалдырмай өшіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді дәл қазір министр мына жерде бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беріп жатыр. Осыдан біз тікелей көрсетіп берсек, жамал ашып берсек. Также валим. Вчера после визита президента в социальных сетях было очень много критики, то что здесь вы показываете новую технику, а какая техника работала на местах? Ну, мы как раз и продемонстрировали президенту здесь и новую технику, которую необходимо приобретать. И она у нас работает в том числе в очагах возгорания. И показали то, что нам старая техника, которую надо обновлять. И президент поддержал, вчера сказал поручение правительства о том, что Министерство ПЧС должно в ближайшее время перевооружиться для того, чтобы работать на новой современной технике. А есть пострадавшие среди пожарников? Были первоначально у нас пострадавшие среди наших сотрудников, незначительные травмы, получившие и среди гражданского населения. Как мы говорили, к сожалению... случае вчера обращение и жены, родственников, именно военнослужащих и Министерства обороны, у которых просто сели сотовые телефоны, они не могли своевременно дозвониться. Других пропавших на данное время нет. Товарищ министр, скажите, пожалуйста, выясняют следственные органы, возбуждено уголовное дело по двум статьям. По социальным сетям сейчас какая-то информация открывается. Это умышленный поджог, это могут только следственные органы на момент, когда будет уже после возбужденного уголовного дела, соответственно, они будут давать уже комментарии. Спасибо большое, очень хорошо. Вы сами оцениваете работу пожарных, можно ли было локализовать до того, если... Во-первых, лесное хозяйство, это ведомство и комитета лесного хозяйства, и непосредственно здесь лесхоз, это ответственность акимата. У нас есть различные лесничества, которые отвечают или местные исполнительные органы, или комитет лесного хозяйства. Министерство ПЧС в рамках взаимодействия, вы видите, мы везде привлекаем наших сотрудников на тушение и лесных, и степных пожаров. Я согласен с тем, что позднее было оповещение, прежде всего, обнаружение очага возгорания. Оно было от Казанбасы в 20 километрах, и сразу дали несколько кварталов воспламенения верховой пожар. Естественно, спровоцировало распространение на такие большие площади, в том числе и температура, и высокая ветровая нагрузка с порывами до 25 метров в секунду. Соответственно, оно перешло в верховые пожары. Как правило, верховые пожары тушить с наземной точки зрения только личным составом снизу – это невозможно и опасно. Поэтому и было принято решение о наращивании группировки. Вчера, когда я докладывал главе государства и привел пример, что у нас Бурабайское лесничество, которое оснащено современными техническими средствами, позволяет уже проводить мониторинг по термоточкам, дымоточкам в дневное и ночное время. И такие нужно распространять на территории всей страны. Поэтому будет дано поручение соответствующему министерству и местным исполнительным органам о том, что необходимо устанавливать современное оборудование, которое на ранней стадии будет определять возникновение пожара и будет, соответственно, оперативнее приниматься решение по его ликвидации. Оно, это не мое, так сказать, компетенции, сколько потребуется, это другое министерство. Спасибо, коллеги. Мне, құрметті көрермен, жаңа ғана өздеріңіз көрдіңіздер, министрдің аузынан естідіңіздер, тың ақпараттарды. Енді жаңа ғана көктен көтеріліп, жағдайды бақылап келгеннен кейін министр жедел штабтың мына жерде жиынын өткізіп, бүгінгі күні кім қандай жұмыс атқаратын туралы нақты тапсырмалар берді. Жаңа өздері жоғарыда айтып өткендей, екі өрт ошағы бар. Енді лаулап жатқан от жоқ, бірақ дегенмен де бықсыған жерлер бар. Сол жерлерін барлығын анықтап, қазір мына тікұшақтарда, мына жерде бірнеше өтір тағы да, осылардың барлығы әуеден
өшіруге, жаңағы бұқсырып жатқан жерлерінің барлығын толықтай өшіруге жұмылатын болады. Енді әзірге менде бар ақпарат осы, біз жағдайды алдағы уақытта да бақылауда ұстап, алдағы жаңалықтар топтамасында толыққанды ақпарат беретін боламыз. Рахмет сізге. Айта кетейік, тікелей байланыста Талғатбек Абдықожа болды.